Санаторий Ионас. Привет. Привет, Марина. И Катя, и Юля. Расскажи, пожалуйста, вот ты приехал к нам с нами в Барселону. Ну, твои впечатления, то есть уже сегодня третий день, у тебя уже какие-то выводы-то есть. Там хорошо тебе было, не очень, там, может быть, ты нам какие-то рекомендации дашь, не знаю, там, куда нам двигаться дальше, вот, чтобы мы были еще совершенней. Слушай, у меня полторы минуты закончится, мне даже не сказать. Это первый опыт подобный, как бы, подобных поездок с вами так точно. Что я могу сказать? Мне не хватает шляпы. Мне действительно очень понравилось. Мне было приятно, что целый ряд мест, которые мне рекомендовали знакомые, кто любит Барсу, и были у меня в списке как must visit, они совпали с теми местами, которые были в программе. Я хорошо узнал город в этот раз, чего не было. Отдельными словами хочу отметить Юлию Чеснокову с ее организацией, потому что все было четко минута в минуту, что нам как одесситам там вообще не подходит, что мы сюда опаздываем. Вот. Ну, все круто, здорово на самом деле. И классно, что в этой компании есть менеджер настроений.